Осторожней. Рядом их наблюдательный пост. А вы с дочкой вдвоем? Мы не родственники, а скорее... Я обещал за ней присмотреть. Да, я понимаю. Вот так. Круто. Элли, тут твои любимые комиксы. Круто. Стоп-стоп! Не шумите! Не подходите к окнам! Их нет. Долбанный грузовик! Все время ездит за нами в этом чертовом... Сэм, что ты делаешь? Ничего. Выброси это. Мой рюкзак почти пустой. И какие у нас правила? Совсем ничего не вижу. Правила? Какие правила? Берем только то, что нужно. Точно. Ну, пошли. Далеко еще? Близко. Очень близко. Элли, прикрывай. Похоже, впрямь кто-то был, но давно... А где остальные? Решили еще раз все осмотреть. Вдруг чего упустили. Ладно, подежурь тут, я тоже пойду осмотрюсь. Я иду туда. Вон там посмотри. Что за хрень? Тебе конец! Ну, начнём! Получилось. Неплохо, старик. Так, лезь на этот грузовик. Нам сюда. Это не опасно? Они ведь рядом. И откуда взял? И забрал. Мне 14. А тебе сколько? Мне тоже. Мне 14.
Мы пришли. Вот это мой кабинет. И давно вы тут отсиживаетесь? Пару дней. Кстати, у нас есть еда. Пошли. Черника. У нас ее тут полно. Не хочешь? Нет. Да расслабься ты. Тут чисто. Почему вы еще здесь? Момента дожидаемся. И? Вот. Смотри сам. Видишь этих тварей? Целый день они торчат внизу. Сторожат этот мост. А вот ночью почти все идут баньки. После заката есть шанс удрать. Как стемнеет, мы прокрадемся. Попробуем. Будь спокоен. Мы все выберемся. Сейчас еще одну. Смотри, как я могу. Круто, да? Надо же. Постой. Ай! Что, синяк набило? Мой пацан уже 1000 лет не улыбался. А ей все как с гуси вода. Так куда вы идете? Говорят, цикады сидят к западу отсюда. Хотим добраться к ним. Что смешного? Ничего, просто в последнее время многие делают ставку на цикад. Да, и может быть неспроста. Значит, ты не знаешь точно, где они, и все-таки тащишь его через всю страну. Знаешь что? С братом я сам разберусь, а ты занимайся девчонкой. Мы с ней тоже ищем цикад. Мы здесь. А это заброшенная радиовышка на окраине города. Если кто из наших выжил, они будут ждать там, завтра. Если вы хотите с нами, идем сегодня ночью. Тогда нам лучше отдохнуть. Он говорит, нам пора. Идти придется очень быстро. Твое дело вцепиться в меня, как клещ. Как клещ. Как клещ. Ясно. Вижу, понял. Ну что, вы готовы? Да. Пошли. Так, держитесь рядом, ясно? Ты уже пробовал? Да. Рад слышать. Расслабься, старик. Надеюсь, ты знаешь дорогу.